как всякая душа христианская, скорбящая через углубленье, милости Божией, помощи требующей, о покровении града сего и живущих в нем, о мире и состоянии сего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочанием и страхом Божиим, нуждающихся и служащих отец и братьев наших, оставшихся и волшебстве сущих, по исцелении в немощи ближайших, по успении и ослабе блаженной памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших отец и братьев наших, стержащих и повсюду православных, по исполнении плененных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших после тем храме всем Рцем.